какой-то трэш, что дед молчит. Он сегодня просто необщительный. Отдыхает. Отстаньте от человека. А, дед на отдыхе? На релаксе, на чили, расслабоне. Он давно так хотел. Да, она сегодня прям хочет нас ГП закидать с луч. Так и за нормально не падает. Ты видел, это два раза уже прям перед глыбой. Ну, со стороны лестницы кинула. Она прямо в лестницу херачит. Ребята, вы что, меток не видите? На ком глыбы появляются? Зачем вы туда же в одну пачку все бежите? Беги, малышка, беги! Вой нареснул. А это шаман. Поднял тело. Здесь ваше вторжение не окончится. Никто не уцелеет. Нет, тоже пишет. Никто этим не пользуется. Ну, надо видеть, что там уже люди стоят просто. Вот и все. Зачем ну, бежать? Он просто туда? В чат расписывает, кто слева, кто справа, кто по центру, можно бежать по нему. Ну, конечно. Ну, вообще видно, на ком метке. И зачем бежать туда, там, где уже три метки стоит. Я ее породу эту драконью. Надо бы Вара на второй фазе резнуть. Ну,
могу резать. Центральный стопнет. Все, упали все. Верить кого? Ща можно резать его. Воина, воина. Кто из них воин? Кирсарь. Поднял. Отсею. Фаза началась. Отходите. Ну, значит, Гамазека. Пусть побьет хоть его. Он сделал. Мидарк. Не свистеть. Разбивай. Эту не бьем. Пряньте. По чуть-чуть подбивайте на пол, хп спускайте. Начинайте бить уже. Разбили. Пассифия ставь туда же. МВП-хант. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Шалфир. Эту метку не бить, Кирсори, ставь. Кирсори. Опа. Блять. А чё, на меня глыба не упала, лол. Пробуем. Блять, я вообще в боссе стоял. Транквилла. Транквилла туда же. Варианте. Может выносить? Ладно. После этой, наверное. Земля мог просто. Что захиливать-то? Алло, стоп, хлопать освобожденку, господа. Бейте, бейте, активней. Будет фури. 15 секунд до притяжки. До глыбы 10. Эту разбить. Геру, давайте. А, потом, потом. Сейчас будет притяжка на эту глыбу. Варианте ставь. Притяжка. Притяжка. Разбиваем. Геру потом, после того, как... Сейчас, давайте Нет. Геру уже. В сторону все сдавайте. Вархель вынеси. Освобожденка тоже ведь. Доталос такой. Заебись, так сейчас сдохну. А нет. На 264-й. Ну, ДС захотел, мы поняли тебя. Т-4-3, да, короче?
Мри. Че, бать, Вальку сагрили? Бичи. На три бичи. Там вроде сейчас на открытие даются. ДС на открытие даются сейчас. Пять хилов бить? Почему в пять? А что, маук-верты есть? Или им заряжен? Или там... У меня одетый. Ну, видимо, кого-то в Архель. Готовность проводят. А что, мы точно в 5 хилов справятся? Ну, почему нет? Неужели прибыли наконец? Пробуем, что, пробуем. А Вилон, ты в рейдерке? Ну да. Да, и мне будет сказал. Рейдерк спикнулся. Вот я и спикнулся.
быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! ТНТ. Герои, в атаку! 4, 3, 2, 1. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Сифея чума, чего не выносим? Ищите. Хамазек, чума. Хамазек. Шалфир чума. Сарал улетел. Ебать, ты пируэт выполнил. Что, все по Адаме, так понимаю? Так, там диван по Рахилю. Хавайте. На рыбу не сядьте. Увидел.
бафайте все тут. Да. А кто? Вот Авилаша? Авилаша, да, на трэше. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаянные. Не люблю щиты. Не люблю щиты. Выкинул с игры. Охуеть. Захану чума. Призван чума. Шалфир вынес. Хант. Наперед не стойте, пожалуйста. Сейчас чума будет, ханты подтяните ближе. Дела не о чума. Ловушка. Чума будет, ждем. Притон чума. Трапа, отбежали. Первым. Я на Ишу на поле лез.
Ну, закинь киндера в архиву, пожалуйста. Куда он умер? Сфера на ком выбегает? Да. В 5 секунд ускорю. В центр или что? Летать. Сейчас вместе будет валька искорнения. Блять, ну куда ж ты под вальку даешь? Тоже сам пизда. Есть стан по рамбу? Не захиливают заражение. БР даю по бетону. Осквернение сейчас будет. Центр, центр забежим. Ну шо, что ж вы с другой стороны стоите? Что игра? РДД. Из подвалик выбежали, милик. Блин. Юлю выкинула. Валька. Бэрить кого? Есть БР, ну и Вилашу надо поднимать. Вилашу. Я подниму. Осквернение ждите. Не буду поднимать. Может мне вот все-таки в хиле побыть? Давай лучше это, может. Ты больше допроса даешь, чем я. А, ну или давай ты. Ребят, старайтесь, чтобы вальки в одну сторону шли. Почему вы, блядь, в разные стороны, блядь, бегаете постоянно? Пилокнусь. Чем могу помочь? Меня скинули, покинуть тело неактивно. Прилогусь.
кинете мне, пожалуйста, 5-й пасть вместо Стронгхилла. А я подвис. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! 5, 4, 3, 2, 1. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира.
Друид инвалид. Давайте я нырнею бы что-то. Ну, ты хила спихнулся. Осквернение 5 секунд. Может, все вместе были. Что вместе будет? Раньше набирайте. Ать прям под Вальку забежал. Сейчас осквернение, а потом вальки. Разбежались. В центр все. Бля, опять с другой стороны стоит. Ну там лучше разлить, я не знаю, чего там стоит. Осквернение 3 секунды, разбежались из подвала, выше. Центр Вальки сейчас. Назовите ему номер Рахили, пожалуйста. Осквернение 3 секунды. Кружочек можно как-нибудь? По кружку, да, если стан какой. Спасибо. Вместе осквернение с вальками. 5 секунд. Позиции занимать. В центр все, на ханте.
Замедлите, ребят. Осквернения разбежались в подвале. Авелания. Сейчас вальки будут. На портал выстраивайте спиной. Пять секунд осквернил. Сорок 2% лича переводим. Оп, я поднял тоже. На край все. Мастер ауру дал. Бетон с тотем. Сейчас по сферам помогите играть. Комнату убрали, что ли? Чё? Следующая фаза комнат. Бро, смотрите аккуратно. Купил перта, давайте тоже тотем плюс гим. Сферы, сферы. Сейчас комнаты готовимся. На портал сбегаемся и за звездой бегаем. Хилимся. Осквернения разбежались. В дух не уходите под морду. Под мордой гневного, да, не ходи. Надо его что-то бить. Осквернение 6 секунд. Сейчас комнату готовимся. Духи летят. После комнаты можно Геру будет дать. На портал со звездой бежим. Зад. Духов.
Осквернение. Давайте Геру. Аккуратно, духи. Переходим. Духи, аккуратно. Сквернение. Сквернение разбежали. Устанить. Вниз. Осквернение, разбегитесь. Вышли, вышли. Разбегайтесь, больше ренджи берите. Последняя комната. На портал за звездой. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Бежим. Осквернение. Все, за лича прячемся и добиваем. Драться. ГЦ. Last try сработал. Да не, нахуй этот даггер, блядь. Чё? Два. А, кстати. Можно мне коняшку, ну? Давно жду уже. Не будет просто, конечно. Два Митриоса и ДС, все. Нет, кони 100%. Как же осколок? Не забывай. Вадикун.
Сейчас, блядь, накаркаешь. И так сколько? Целых два выпало, блин, в гере или три сколько? Не, шесть. Шесть. Шесть, ну, пока что. Ну, ничего себе. Ну, там кто-то всем уходит, поэтому я думаю, что в Ранкофарм. Что там Баня вроде писал, еще потом писал, что уходит. Ну вот, все. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. Если еще выпадет... Блять, язык прикусил. Если еще выпадет... Слюной подавился. Три, да, слюной подавился. Ну, короче, еще на лобычку сходить. Все, ебать. Вот я хочу такой же скилл паладину. Нет, три останется. Да? Не, если бы один остался, я бы докупил. А так, типа, с тем, как он дропнуло, его нахер. Все, на орка уже в обычке с шемом подойдешь, да? Ну. Да ничего, осталось уже одно КД потерпеть, наверное. Да, а сейчас одна целкашка, скорее всего, будет. Но только если вторая там будет собираться, то будет, может быть, вне РТ когда-нибудь. Кого догонить? О, да. Это прям фарт. Это не ДКшный, да. Да поверь, вот эту на черенаску, блядь, загрызут за нее. Че, я ушел? Ну, только забирай. Давай. Заханыч, заходи. Вот она и упала. Еще кого-то по приору просадит. Опа, а катушка же была. Тут прям без комплект выпал, можно сказать. Так что, никто не против, да? Я заберу коня. Не-не-не, я тоже хочу. Я с самого первого килла лича не забирал его. Все, катайся. Спасибо. Вот он. Это как в ГМке. В ТикТоке на пристате ни один не ролишь. А, ну, тебе повезло больше, чем мне. Можно идти, как сейчас хапало. Правильно. Правильно, Ршам, это уже нужно.